Дорожки для прогулок, скамейки, декоративные элементы ландшафта – все это появится на Щелковском хуторе уже осенью. Работы по благоустройству в парке проверяет инспекция. Специалисты выражают подрядчику претензии. Где-то тропинки проложены близко к деревьям и могут повредить корневую систему. Где-то строительные материалы свалены почти в воду. Ну, недочеты все с заказчиком советской администрации мы постоянно смотрим. Недочеты будут исправлены. Что были замечания, мы постоянно реагируем на них. Подрядчик вполне адекватный, соответственно, замечания учитывает, будет устранять. Наша основная задача сейчас – это научиться взаимодействовать со всеми, взаимодействовать между народом, между экологическим контролем, заказчиком, подрядчиком, научиться работать именно в таких сложных парковых зонах. Для того, чтобы избежать подобных недочетов, в дальнейшем перед началом работ по другим общественным пространствам специалисты мэрии вместе с подрядчиком, экологами и общественниками будут подробно исследовать территорию, обсуждать и, если это потребуется, искать компромиссы по каждому дереву. Основное поручение, что вот на этом опыте, который он сейчас есть, он не критичный. То есть здесь не происходит ничего с точки зрения там, нарушения экологии. Просто есть досадные, скажем так, неправильно сделанные определенные объемы работ, которые сейчас все будут исправлены. А именно на входе, чтобы проходило сразу установочное совещание, когда разбирались все виды работ, непосредственно уточнялись детали, подробности, ограничения, и чтобы подрядчик понимал также ответственность и сложность также выполнения этих работ. Первый этап благоустройства Щелковского хутора завершится к концу сентября. Осталось установить информационные стенды и малые архитектурные формы, засеять газон и высадить 175 деревьев.